собак. Ну все-таки этих собак привезли в первую из Карелии. Потом они верно несколько лет служили в Хаски парке. Были отличные программы, которые назывались «По пути с Хаски». Один год, второй, пятый, шестой. Для детей-инвалидов и московских инвалидов. И потом все-таки догадались, что можно приезжать в замечательный центр Бутово с этими собаками и здесь заниматься собаками на территории этого центра. Ну и занятия идут уже почти полгода. И как все этими занятиями очень довольны. И сами ребята, вот Павел, Нина, их полно. Вот, и родители, и администрация, и департамент труда и социальной защиты, которому принадлежит этот роскошный центр. Так что, в общем, как-то, по-моему, все очень довольны. И все это из начала имеет в Карелии из нашего собачьего питомника. Готовы? Ты отпускай ошейничек, двумя руками бери, аккуратненько. Так, Луночка, так, аккуратненько. Она не испугалась, но чтобы она подвинула к другим собакам. Наташка, отойди к сторонке. Нина, Нин, смотри сюда. Давай, смотри. Смотри, скорее на камеру. Подожди, Скажи, Луна молодчинка. Ты Паша ему сказать. Луна молодец, молодец. Луна, будешь целоваться? Будешь? Вы можете поменяться. Давай я тебе вот это вот. Она тяжелая. Ничего. Надела, не понял, надела. Лежать. Голос. Я бантик на хвост завязала. Ну какое ушко? А это что, смотри. Еще одна. А давай канистерапия – это специальное занятие, основанное на общении с собаками. Собака для ребенка является мотиватором. Она стимулирует реабилитанта на активную работу и достижение успеха. В результате данного вида реабилитации у детей развиваются умственные и эмоциональные способности, улучшаются двигательные функции. Со стороны кажется, что ребята просто играют или гладят собак. Но именно в этот момент при участии канистерапевта ребенок учится управлять собой, своими желаниями, поведением, движением, выражать свои эмоции и даже говорить. Дети, проходящие реабилитацию в нашем центре, очень любят и ждут эти занятия, когда можно вдоволь порезвиться с четвероногими друзьями. Занятия проходят на специально оборудованной просторной площадке. Давай, подай. Где это? Вот тебе вот такая красивая. О, надо ее гладить, гладить. Так, смотри, чтобы у нас собаки. Разве там одна собачка? А, у вас командная работа, да? Так, я тоже хочу таким заниматься. А вот этих посчитал, может, их меньше всего. Ну что, пошли, погуляем с собачкой на поводке. В нашем центре детки получают реабилитацию. На данный момент у нас собачки приехали. Деткам, нашим реабилитантам очень нравятся собаки, они их гладят, гуляют с ними, кормят их. У них, знаете, такое между реабилитантами, детками и собачками, такое тепло происходит, то, что придя с занятий, они у нас более успокаиваются, да, более такие, у них очень много эмоций, очень много положительных качеств. Ну, в общем, собака – это, ну, друг человека, да, и она передает очень любовь, тепло, и, ну, они очень любят ходить у нас. У нас занятия с собачками, и у нас прям детки готовы всеми группами сразу собраться и прийти. Но, к сожалению, такого не бывает. Мы ходим, у нас определенное есть время, ходим определенными группами. Но мы очень довольны и рады. И детки наши очень счастливы и рады. И родителям тоже очень приятно, то, что у нас есть такая процедура для наших деток. Это собачки наши. Центр у нас называется реабилитационный центр Бутово.